Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Леша Играет и смотрите продолжение партии Замали в Sid Meier's Civilization 6, сетевая на восьмерых, на карте Расщепленный Фрактал. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании и в прикрепленном комментарии. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, большое им спасибо за поддержку и всем вам приятного продолжения просмотра. Ставим город. Плюс 7. Так, ну тут сама уже 9 ходов написано. Да что такое? Было 6. Надо все-таки будет... Надо вести туда все-таки этого... миссионера. Так, тут берем и лечим. Тут берем монументальность. Ну что, торговца, тут у нас есть что делать. Блин, тут бы, конечно, юнит. Как-то надо с лагерем... Ладно, давайте, наверное, воина построю. Надо с лагерем как-то этим разбираться. Пока я там сдерживаю. Ты только вот левее промки не покупай, клетку, я там цикашку хотел. Так, и сколько стоит теперь посел? 95. Нормально. Правда, непонятно пока, куда ставить город. Я бы вот тут сверху посмотрел. Вдруг там есть пустыня. Места шикарные, но типа не для Мали. Поэтому надо что-то думать. Я бы, наверное, все-таки этот лагерь убил тоже. Всадника. Кстати, а давайте всадник... Ой, блин, у меня плюс один всего по деньгам. Мне и караван нужен. На самом деле, мне тут столько всего нужно. Да, надо клан убивать. Венгр. Да, будут, но... Но не скоро. Так, я бы, пожалуй, тоже вернулся полечиться. А можно ускорить? Ну, когда ты сможешь обработать? Производства вообще в этом городе нету пока. Ну, ходов через 10, и все священные места на плюс 4. Ну, наверное, надо будет тут, вот тут ставить. В надежде еще выкупить соль потом. Так, значит, этим идем просто к этому лагерю потихоньку. Тут скаута лечим. Надо покупать посел, но я не понимаю, куда его ставить. Поэтому пока нет. Блин, а когда мне там уже посол набьется? Я надеюсь, что там город не отвалится, ты как-то... Стоимость покупки клеток. Кстати, может стоимость покупки клеток поставить? А позади снизить клетка. И выкупить? Ну, я просто хочу соль выкупить. Еще интай. Ну ладно, сейчас мы доделаем рабочего здесь. Будем делать караван. Рабочим мы починим янтарь, обработаем крабов, обработаем камень. И вот тут вырубим лес потом под сугубу. Я что-то не понимаю, варвары просто гуляют. Лучники вокруг меня. Так, стоим здесь. Делают, даже не разграбливают. Тут лечимся. Ну, он не должен убить варвар мне. Скауты я тем более плюс 5 имею. Так, ну что, попробуем снизить покупку. Мне же надо эту купить клетку и эту. А вдруг хватит? Блин, ну что, Рейн убрать? Покупает районы за золотом. А, Мали покупает только в сугубе, да? Здание центра коммерции можно покупать за веру. Египет под чудом. Международные торговые пути с началом каждого золотого века. Что? В этом городе юниты, здания и районы при покупке за золото и за веру обходятся на 20 дешевле.
Два золота за каждое соседнее священное место и плюс два золота за клетку на границе. Ой, слушайте, я забыл, что тут соседство. Так это значит не здесь сугубу надо будет ставить. Ладно, здесь все равно у нас пока торговец. Тут лечимся. Тут стоим. Ладно, поставлю. Китай там это от варваров защищался очень долго. Да нет, просто дружба не понял. А военки, я смотрю, 114. А это я много. Луки просто апнул. То есть это за 24 должно. Ну, мне пока не хватит на соли. Просто надеюсь, что. Хатусы не будут спешить. А, слушайте, хатусы ж не покупает клетки, пока я в него караван не отправлю или послов. Набежало, наверное, юнитов 7, так, 8. Окей, тогда потихоньку выкупаем, потому что сюда я буду священное место ставить. Саракет нужен. Я на них сделал ускорение. Нормально. Блин, я что-то туплю. Слушайте, а какие губеры для Мали надо? Это Мокшу и Рейну, что ли, качать или что? Это вроде как обычно. Пингала и все. Ну а районы покупать за золото и веру. Не знаю, тени вроде так. Ладно, ладно, буду тогда на культуру пока. Так, ускорили навигацию по звездам. Деньги пока откладываем. Нет, давайте-ка железо открою. С этим лагерем разбираться. То есть не надо уже сейчас обращать, извините, 6 ходов долго. Нету пустыни, да, вообще никакой. Блин, ну придется просто обычные города ставить, похоже. Кстати, я второй караван же могу. У меня с каждой эпохой плюс караван. Так, в Тимбукту. Чтобы деньги открыть. И смотрим, где у нас сугубо ставится. Блин, не, ну тут... На... Слушайте, ну на эти клетки очень жалко ставить. На эти клетки очень жалко. А, так это... И камень тут не надо вырубать, потому что, извините, у меня шахты. Конечно, шахты деньги дают, зато... Фак. Придется на север. Это неприятно, конечно. Так, обращаем. Плюс 7 к производству. Я, наверное, этот караван из Уалаты буду отправлять. Слушай, Майвань, ой, японец. Я там тоже от неравнин. Ты сюда отошел, надо. Ладно. Ну, может, там пустыня? Блин, ну что, мне тут сугубу я пока не могу. Амбар. Или монумент. Амбар давайте. Блин, что ж мне с поселенцами? Надо расселяться за эту эпоху. Я не понимаю, куда мне города теперь ставить. Отсутствует отсутствие пустынь. Меня... Так, я убью сначала и следующим ходом. Эту тварь надо завалить сначала. Так, теперь в Уалату. Ладно, пока сюда просто идем. Фак. Квадрирема, квадрирема. Ладно, я апну сейчас берему. И мы там выдюжим.
А вон еще соль, кстати. Может, мне тогда плыть к этой соли? Обрабатывать. Лендер, у тебя сколько кампус стал? Нет, тут пустыни. Нет, одна тундра. Гораздо сравнее. На плюс один? Ну, не настолько, конечно. Так, амбар. Ты скажи. Ну, скажем так, у него в соседях... Блин, мне надо тогда на производство клетку выкупать. Это я оставил для священного места, а тут надо на производство, чтобы хоть что-то строилось. Так что, видимо, вот эту клетку надо брать. И напоминаю, я тут не вырубаю леса на этих холмах. Иначе у нас У нас будет много денег, правда, с другой стороны. Нет нормальных полей, у меня нет вообще. Ну, у нас и так будет много денег. Мне, кстати, найти бы с кем торговать. Блин. Слушайте, а есть еще кто-нибудь, кроме меня, кто никого не встретил? Ясно. Уж совсем никого? Да, вообще никого. Фига себе. При том, что я как бы тут не сидел, я в золотой век вышел. Расщепленный фрактал. Я забыл, что я хотел нападать на этих. Давайте скаутом исследовать. Ладно, постою пока. Ну вообще, я как вендор хотел построить кампус на плюс 2 через реку. И там просто еще одна эта берема появилась. Китай, зачем тебе... Чем тебе Тагура, а не Таруга? Ёманое название. Не понравилось. А, я сносить ее буду, там города неудобно. Окей. Там же ладно, 5% от стратресов Таруги, это немало ведь. Ну, амбар, амбар, да. Тут, вот тут 100% амбар нужен. И то верно. Так, ну я бы все-таки сугубу сюда ставил, и, наверное, сюда правительственную площадь я поставлю. Таким вот странным макаром. Потому что я тут не вижу вообще нормальной ромашки. Ну, возможно... Возможно, в каких-нибудь этих городах... Ну, еще можно вот сюда правительственную площадь, но тут я опасаюсь. Несомненно. Три города-государства я так и не нашел. Хотя, может, найду этим еще. Нет. Ух ты, значит... А, это у нас квадрирема обычная, а не берема. Слышишь, я не там. Что ты мне не дашь? Где ждем вообще стоит? Это я не знаю. На нижнем старте он стоит. О, это, кстати, границы Кореи. Пришел только сюда. Границы Кореи хотя бы вижу. Так, из Уалаты в Ньяни. Ладно, сюда пройду. Не кажется, что тебе миссионер поможет. Твоя религия выбивается. Это лучше клетку куплю. То есть никто не встретил Альберточа? Да, да. Да я и на Пангее как-то жил. На острове закрыт. А у вас много там пустынь? У моей? Равнины. Ну, у Альберта много у него, то я за Египет, у меня 3 клетки пустынных на всю империю. Ну, скажем так, я нашел для 3 городов только место в пустыне. Ну, сюда все-таки поставлю. Еще раз, за что он
Два золота за каждое священное место, два золота за клетку на границ, по границе которой протекает, ну это понятно у всех, и одно золото за каждые две соседние, ну это тоже понятно. Ладно, ставлю сюда. Тут мы античную республику, несомненно, берем. Два влияния. Поселенцы, наверное, два золота от торговых путей. Ну и производство, наверное. Так, дальше. Теологию пошли. Пенка, а ты религию создавать не собираешься, я так понимаю? Нет, не собираюсь. Я, возможно, буду, но я пока не уверен. Я просто с этой стороны ищу, потому что мне караваны надо кому-то пускать в эту сторону. Кореец как-то далековато, я не думаю, что к нему будут, да, к нему будут добегать караваны. К нему, точнее, не будут добегать караваны прям 100%. Так, тут я рынок могу купить за веру и, наверное, куплю, потому что я не понимаю пока, куда мне ставить города. А, и торговца я могу, но это за счет монументальности. Один ход постоим тут. Меня немного выбило, я сейчас вернусь. Так, кого выбило? Брэка. Да не выбило, у меня VPN-ка, ты чё? Может, таймер уберем? Вот если можно, я бы... Уберите, блин, я быстро верну. Так. У Алати стремимся. А Хатуса что хочет? Военный лагерь. А этот... Во, Окленд хочет обратиться в веру. Да, слушайте, с Оклендом мне тоже повезло, кстати. Блин, не видать больше пустыни. Здравствуй, Польша. Ну ладно, мне, наверное, надо в Уалате покупать и куда-то уже сюда ставить. Тут как бы приятные места, если не считать того, что я моли. Понятно, я уже... Уж слышал. Все откладывать. Супер, супер этот монумент, я забыл. У него название очень сложное. Которое в новом... Доступны пути вообще. Чудо. Эти минанки. Из Уалаты в Хатусу только. Да. А кто оракул построил? Блин, одного хода не хватило. Ну не знаю, я леса рубил. Колесо. Ну да, давайте навигацию по звездам, судостроение. Это Китай? Да, Китай. Ну вот у Китая что-то сорвали. Нет, да просто, блин, что-то ничего не подходит. Ну не знаю, я как-то в Греции поиграл с оракулом. Знаете, прачников построим пока. Китай, давай договоримся о проходе. Сквозь ваши границы. В смысле? А, ты хочешь разведывать? Ну, давайте расстроители здесь. Да. Этим я обработаю соль. Посмотреть, что есть. Давайте я тут куплю уже эту клетку. Пока у нас стоит эта карточка. И еще потом надо все-таки накопить на эту будет 44. Блин, ну я даже не знаю. Ну давай я попробую. Еще раз, сугубо снижает... Короче, давай совместные тогда. Совместно что? Ну, в этом районе гор, в этом городе я юниты, здания и районы при покупке за золото или за веру обходятся на 20% дешевле. Буду. Ну, вот какие-то грабежки. Я по одной найти. Ну, ладно, давай, пока так. Закрепление нашей с тобой дружбы. Так, где мне ставить кампуса? Вот в чем вопрос. Так, могу я эту... Могу Берему убить.
Так, тут лечимся, Китай, тут ты атакуем. Под автократию строим или так? Что так тебе больно? Ты про что? Я про... Вот тут Кати намного проще. Я вообще просто строю. Бьется. О, тут Кати проход. Сочувствую. Ну вот и сюда можно город ставить, да? Все, вот клеток мало. Но эту я вот... Этого я поведу, наверное, где-нибудь тут поставлю. Хотя бы рядом с этой пустынькой, может быть, здесь священное место на плюс 2 какой-нибудь встанет. Кстати, радует, что мне леса довольно много. Так, и пойду Окленд обращать этим миссионерам. Даже не этот город, потому что... Я думаю, этот город и так обратится за счет Ньяни и Уалаты сам по себе. Тут у меня один заряд, я жду зайти этот, обработать соль. Я думаю, что они мечутся туда-сюда, это кажется, ты их отвлекаешь. Так, а за счет чего я могу больше... Варвары? Караванов делать. Да, варвары. Варвары. А, слушай. Не хватит все равно. Ну, я бы сейчас поберег для этого города, просто чтобы из него отправить. Видимо, мне придется куда-то сюда ставить. Города и... Все-таки с корейцем. То есть вот эта территория я вижу хоть как-то. Но науки ну, нет. Скоро горы только здесь. Есть, правда, рифы. Ну, смотрите, вот тут на плюс 4, да, у нас... Этот кампус. Это максимальный уровень практически. В этом да, городе только рядом... Лучше. Не, они тут просто там сидели рифа. С Кабулом воевали. Только вот здесь где-то, да? Ну тут и то на плюс 2 максимум кампус будет. Ой, я ведь забираю, тут риф, но опять же на плюс... Ну на плюс 3, потому что с центром коммерции а рядом. С центром блин, города. Блин, а я только начал строить Стоунхендж. Спасибо за дорогу. You are welcome. Так. О, наконец-то хоть кто-то. И кто же твой счастливчик? My life. А, так мы, оказывается, рядом? Да нет. Перешейк в одну клетку и... Здравствуй, испанец. Боюсь, это мы не рядом, это у меня там просто скаут туда добежал уже давным-давно. Какие тут красивые места. Так. Чудесные. А во всех смыслах. Никто коней еще не строил, что ли? Кто не строил? Чего? Никто коней не строил еще. У меня есть кони. А, игра не посчитала. И посчитала. Ну, у меня есть это лучники на колеснице. Наверное, не считается. Это тяжелая колесница вообще, которая коляску заменяет. А, она не заменяет коляску. Нет, так, два лагеря за один ход. Идет. Минус. Я, кстати, тоже перешею к одну клетку. Я пришел. Блин, я тоже найду. Фига себе, куда этот я убежал. Так, все. Окленд союзник. У меня? Они у тебя, у Египта. Нет. Ну вот. А, знаете, чем хорош пантеон на соседство пустыни? Тем, что районы, которые вы ставите на пустынные клетки, не убирают это соседство. Вот. На тропические леса. Вы не можете тропические леса уничтожать. И получается... Так, тут придется сначала апнуться. Иначе меня Бодрема может убить. Такие циферки. Неплохо. А у нас какие-то верования забанены, не? Нет. Нет. Может тут встать на всякий пожарный. Вот интересно взять, может... Я поэтому и спрашиваю, мало ли. Так, да нет, пошли, наверное... Близко. Но у нас тут проход. Тут явно проход тоже есть, но я вот это ничего не хочу заселять. Это сейчас превратится. Может, ему что-то дать денег, чтобы быстрее потеряет 5 очков, получит 5 очков развития. Почему Испания иудаизм приняла? Такая вот она. Ну, это вообще исторично, там много этих сефардов было. Как тут Филипп II, католик такой, что
Ох, как я счастлив, что нету рядом с банком. Китай, а ты видишь там лагерь варваров, который все это говно смотрит? Блин, выкупать эти... Ну, пока нет, карточка ж у меня стоит. Давайте, наверное, эту выкуплю. Я думал, Египет, а в какую сторону ГГшкам плыть каким-нибудь? Это кто спрашивает? Из лука. Это спрашивает испанец. Ну, кстати, испанец, нормально. Ну, смотри, внизу, в принципе... Ничего. Угу. Тут через реку, если посмотреть, будет одна ГГшка. А, блин, граница, прикол, да. Японец, так ты вот тут находишься? А больше нет? Остальные будут внутри моря посреди. Либо ты можешь проплыть вверх и встретить Ереван. Ну, вообще это рядом. То есть Ереван. Я хочу, чтобы ты налево не селился больше. Смотрим. Что-то получается какой-то зеркал, а не фрактал. Так, в Уалате недостаточно жилья. Я бы тут все-таки священное место начал строить. Хотя что с сугубой? Вообще нигде. Ну, наверное, тут сугубу придется. В смысле, священное место сугубу здесь будем ставить потом. А амбар тут надо будет купить. Китаец, хочешь руин? Ты что, продажи информации? Давай ты мне дашь 10 копеек, а я тебе покажу, где руин. Да не, я сам найду. А на одной реке может быть две пойми? Или только одна была? Там бы, может. Нет, ну, вот на пойме может сколько угодно быть. Нет, я имею в виду одна протяженность, одна пойма на одной реке. Они вот, там да. Могут, в принципе, сочетаться вместе. Я понял, что спросил. Ну, я имею в виду, что вот на реке Дунай сейчас есть пойма. И если она дальше потечет, там может быть еще одна пойма появиться. Там у тебя пойма, клетки пойма отмечены. Да ё-моё, как варвар. Да. Блин. Лавента появилась. Да. Испания, престолы похожи. Ну, я сразу спросил, можно ли. Никакие не забанены, можно все что угодно. Дело в том, что теперь я буду в напряге. А то есть до этого ты не был в напряге, да, на одном континенте с испанцем? Нет. Маля, ты направей селиться. Нет, я как бы, я дружелюбный испанец, я развиваюсь. Я селиться, потому что справа один проход клеткой, там я. Нет, ну я вправо буду селиться, в смысле, вот через... Токио, это четвертый район. Поморская бухта, вот видите, вот между нами. Нет, не видим. Вот то, что через Поморскую бухту, это моя территория. И я ее даю. Вот, Тадмека и Улат. Ты провесить собираешься? Ну, конечно. Ну, как бы, ты тоже рядом тогда будешь. Но если ты через море хочешь приплыть и поселиться, и потом как-то пытаться эти города защитить, то удачи тебе в этом. Это мой как бы континент, понимаешь? Вот, ну... А ты через море находишься. В смысле, это тоже мой континент? Я тоже, наверное, в Венге нахожусь. У тебя города через пролив, через Поморскую бухту. Ну вот, гегемония началась. Снизу у меня тундра находится. У меня тоже снизу тундра. Так. Наверное, вырублю вот тут лес. Так, у меня аж могу несколько. Так, давайте торговца куплю за веру.
Ну, блин, тут морская. Ну, кстати, может быть, и тут пускай появляется. Тут эти морские юниты мне вообще никак не мешают с этой стороны. Блин, где города ставить? Ой, привет. Ой, не обратился Окунд? Разведом. Прикол. Где-то рядом с ГГшкой, которая... О, теологию открыл. Не вижу такой границы. Так, это надо соседство священного места. Пошло производство. Храм строим, естественно. А в Токио... Нет, только в Окленд и Хатусу. Так, дает 30 золота и включает клетку в вашу территорию. Хорошая штучка. Все так. Так, изолаты в Ньяни, из Садмеки в Ньяни. Может, в Окленд отправить? Ну там, блин, варвары бегают пока что. Не, давайте пока внутренние. Я так и думал. Тимбукту. А что Берема делает? Повышенная боевая мощь и очки перемещения. По сравнению с галерой 35, а галера 30. Ну ладно. Пойду пока полечусь. Опять житель умрет. Так, тут чисто производство. Еда производства, еда производства. Так, я, наверное, в Тадмеке буду покупать. Ну, я бы сюда на внутреннее ставил. На самом деле, вот тут где-то город бы один поставил. Наверное, не на реке где-нибудь. Вот, не знаю, может, сюда. Тогда. Как-то тут посмотреть территории. О, а вот тут еще какие-то острова. Вау. Так, ну давайте в Тадмеке посела. Поплыву пока прачником. Блин, тут правда варвары... Не, ну они ж не будут наземно строить юниты, да. Так... Дим, у тебя какие-то войска, кроме лодочек, есть? Нет. Ты уже испугался? Нет, нам надо баллон не убить. Надо вернуть домой. Почему тебя баллон не устроил? Да, тоже городов немного. Стрельбу из лука. Да, давайте прям до всадников. В город под Болонью захочу. В Болонью и все. Мне больше некуда селиться.
Где тут мне вообще можно? Не знаю, ну не хочется мне на этой реке, слишком мало клеток будет. Просто вот не нравится мне на реке там. Тоже в этой жизни вообще не нравится. Так, ну это, наверное, тоже мой остров. Есть такое ощущение. Так, пойду. Блин, она все-таки присоединила. Кто-то в хатусу добавил. Ну ладно, у меня... Да, Дима. Кто тебе виноват, что ты в религию дольше выходил? Ладно, какую я хочу клетку присоединить? Может, вот этот янтарь? И тут еще важно. А что, кстати, с кампусом? Плюс 2. Давайте, наверное, вот эту. А это китаец. Привет, китаец. Привет. Ну, чтобы деньги на это не тратить. А, тут еще одна можно заряд. Тогда вот сюда на янтарь пойдем. Или у на этот интересный янтарь. Интересный континент, на никто не янтарь. Ставит морские города. С кем торговать? Так, давайте куплю здесь рабочего. Нет. Он испанец. Что тебе не нравится тогда? Караваны некуда слать. А у меня там уже богатые караваны. Священное место. Знаю, ну, соседство для кампуса пока рано. У меня нету еще кампусов. Я... Собственно, ничего из этого я не хочу. Не успел. Ну, а сейчас кампус... А, я мне не вырос город. Пак. Ладно, давайте тогда древние стены поставлю. Блин, поселом не успел походить. Есть предложение немножко увеличить таймер. О, кстати, мне игра даже тут предлагает. Я бы туда и повел. Мне вот здесь нравится. Ну, слушайте, и туда, и сюда можно... Так, сначала давайте древние стены, потом торговца. Где столько таймеры? Привет. Ну, плюс 2 все-таки есть. Я бы сюда ставил священочку. Железо обрабатывать. А, блин, я ж... камень должен был вырубить. Черт. Ладно, я давайте куплю еще строительство. Я как-то... Пойти. У меня еще 10 ходов. Веры нормально. Ладно, давайте куплю строителя. Я не встретил вот ту гугашку, которая... А, тут построю торговца. А Ереван ты встречал? Ереван я встретил, но мне не хватает еще одной. Можешь, конечно, успеть в самый низ проплыть, там ты увидишь полудохлую ГГшку, потому что ее хотят захватить, но можешь попытаться. Блин, как бы мне в Золотой век все-таки выйти еще раз. Она морская, что ли? Да, на побережье. Да, вот тут тоже встанет город, но не пустынный. Все, вот теперь удаляем и ставим там кампус. Да, на плюс 2 всего лишь, но тут, собственно, нету вариантов. Ну как бы мне Тимбукту вырастить? Что, у меня уже даже амбар есть, а город не растет. Плантацию пойти. Давайте я вот здесь куплю тоже. Хотя вот этот рабочий еще может добежать. Не, он долго будет бежать. Давайте купим строителя. Поморская бухта. Египет, дашь 4 монетки? Кто говорит? А, Китай. Thank you.
Египет, а ты еще планируешь месяц? Конечно. Ладно, пока постою просто. Из Тимбукту надо отправить. Ух, ни хрена себе там, блин. Чудо природы, я его даже не видел, прикинь, Венгар. Да, сам был в шоке. И очень печально, что оно на внутреннем... Подожди, японец, у тебя и клетки горят, топит. Ты там что-то подкрутил, наверное. Так, ну плыть сюда нету смысла, тут нету никаких руинок. Ну когда этот уже превратится во что-нибудь? Спасибо большое. Блин, а мы что, с вами втроем на одном континенте, что ли? Да, да, да. Расщепленный фрактал. Кайф, конечно. Одни и те же ресы, кайф. Кстати, а великих людей пропускать можно или нет? Нет. Блин, чё он не обращается? Слушайте, мне лесопилки бы открыть. На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также...